С вами Маргарита Качанович. В эфире новости шоу-бизнеса на телеканале Европа плюс ТВ Беларусь. Сегодня в программе «Закулисье шоу-бизнеса». Музыкальный джем с Александрой Даниленко. В теме с Василисой Воробец и Александрой Барановой. Факты мировых чартов, результаты чартов Billboard, Spotify, Яндекс.Музыка и Шазам Беларусь с Мариной Базилюк. «Закулисье шоу-бизнеса». Бузова наконец-то дала свой большой концерт в московском Крокусе. Телеведущая не пожалела денег на организацию шоу и вложила в него 50 миллионов рублей. Для тех, кто не любит, как Ольга поет, можем утешить, что на концерте было что посмотреть. И кабаре, и спускающаяся с небес певица, и танец на пилоне. В финале шоу Бузова не сдержалась и зарыдала от переизбытка эмоций. Илья Соболев высмеял Настю Ивлееву за попытку найти жениха в реалити-шоу. По словам комика, если судить предпочтения блогерши по ее бывшему мужу, то шансы выиграть есть только у банкомата. Накануне Филипп Киркоров закатил вечеринку-сюрприз в честь 90-летия своего отца Бедроса. На празднике он собрал всех олдов шоу-бизнеса, раздал им тельняшки с портретом именинника и даже шапочки моряка. В конце был огромный торт-корабль. Главной персоной стал Дава Манукян, из-за которого Оле Бузовой пришлось пропустить вечеринку. Курбан Амаров продолжает провоцировать слухи о романе «Секс с женой» Федора Кудряшова. Она стоит справа от него в зеленом пиджаке. Примечательно, что с собой в компанию они взяли еще и его первую жену Аллу. Вот так вечериночка. После победы над Эмбер Хёрд в суде Джонни Депп сияет как никогда. Папарацци подловили актера на выходе из отеля в Манчестере, где его уже дожидались фанаты. Депп никому не отказал в селфи и автографе. Он с явным удовольствием принимал поздравления с победой. Еще бы! Несколько лет назад из-за обвинений в насилии актер лишился всех контрактов. Но теперь он готов наверстать упущенное и вновь начать сниматься в фильмах. Ну вот и все. Одной красивой парой меньше, и это официально. Не успели мы обсудить интрижку Жерара Пике и мамы его 17-летнего одноклубника по Барселоне, как Шакира подтвердила разрыв с отцом своих сыновей. С сожалением подтверждаем, что мы расстаемся. Ради благополучия наших детей, которые являются для нас главным приоритетом, мы просим уважать наше право на частную жизнь. Спасибо за понимание, говорится в официальном заявлении певицы. Ничто не вечно под луной. А теперь к серьезным новостям. Найден создатель шикарного свитера Гарри Стайлза, того самого с уткой. И теперь его имя Стивен Стоки Дейли. Нужно не просто запомнить, а молиться ему на новые тренды. Британец выиграл престижный Eleven Prize и официально считается сверхновой звездой мировой моды. Говорит, что вдохновляется богатыми мальчиками и сериалами. Стивен, понимаю. Говорят, в счастливых семьях все друг на друга похожи. Мужа и сына телеведущей Леры Кудрявцевой с первого раза не различить. Но тут дело скорее в традициях, чем в реальном сходстве. Не в каждом семействе принято дома ходить в шапке. Анна Заворотнюк в соцсетях показала жениха. Какие выводы можно сделать? Что у жениха есть руки, чтобы держать Анну, и ноги, чтобы стоять в чистом поле? Какая сила заставляет знаменитостей демонстрировать по частям отказывающихся попадать в кадр близких? Вопрос остается открытым. Футболисту Курте Зуме в судебном порядке запретили заводить домашних животных из-за того, что он на глазах 7-летнего сына избил бенгальского котика. Еще его оштрафовали на 250 тысяч фунтов стерлингов, исключили из сборной Франции и вообще все разлюбили. Так ему и надо. Котика у Зумы забрали и переселили в приют. Найдут ему хозяина поприятнее. На сегодня это все. С вами была Маргарита Качанович. До встречи на следующей неделе. Уже традиционно в конце каждого учебного года вокальная студия «Авденса» подводит свои итоги. 4 июня состоялась 5-я юбилейная ежегодная премия «Авденса-2022» под девизом «Авденса. Вместе к мечте». В студии «Авденса» ребят учат не только петь, но еще и мечтать и осуществлять свои мечты. 5-я ежегодная премия была насыщена событиями. Уже не новость, что и родители ребят в студии активно занимаются и участвуют в концертах. В этом году родители представили несколько номеров и даже сольное исполнение. Премия была насыщена на авторские песни. Из 17 номеров – 7 авторских. На премии прозвучала песня «Ангел во плоти», которая 25 мая вышла на всех цифровых площадках. И сюрприз, который подготовили для всех ребят и их родителей – это премьерный показ клипа «Ангел во плоти». На премии были представлены 3 номинации – лучшая авторская песня, лучшее выступление, лучшая группа, а также специальная премия «Шаг в новое». А с нами руководитель творческой студии «Авденса» Александра Авраменко и ее команда. Елена Барила – это педагог по вокалу, и Наталья Соболевская – хореограф. Итоги этого года.
Наш год наполнен был очень яркими событиями. Это выход нашей авторской песни «Ангел во плоти». Скоро ожидается премьера клипа на песню «Ангел во плоти». Мы продолжаем творить, мы продолжаем искать талантливых ребят, которые мечтают. Неважно, о чем они мечтают, главное, что они умеют мечтать. Елена, расскажите о планах студии на летний период. Что будут делать дети? Ну, в первую очередь, конечно, ребята будут отдыхать, набираться сил, но мы не останавливаемся летом, мы всегда открыты предложениям, к приглашениям на концерты, поэтому, конечно же, мы будем продолжать выступать. Ну и ближе к концу августа у нас уже начнется активная работа, будем вливаться в новый учебный год, будем активно заряжаться на начало учебного года. Не сложно ли петь детям и двигаться одновременно? В чем секрет? Секрет в первую очередь в отличном дыхании поставленном и, конечно же, в нашем хореографе, который понимает, как же сделать так, чтобы и танцевать, чтобы это было красиво и эффектно, но чтобы не сбивалось дыхание. Наталья, как вам работается с вокальным коллективом? Есть ли сложности в реализации ваших творческих задумок для номеров? Работается, мне очень нравится работать в Avdance. Мы уже работаем около 5 лет, если не ошибаюсь, вместе. Уже многое прошли, я деток видела с самого маленького возраста. И вот они же повзрослели, наблюдаю за им развитием, как они развиваются, в том числе и в хореографии. Как я подбираю? Конечно, обращаю внимание на возраст детей. Также я уже знаю примерно, какие группы, как они могут двигаться, что они могут делать, какие движения. И уже как-то стараюсь для малышей более что-то простое, чтобы они все-таки все синхронно делали. Для детей постарше уже можно какие-то более сложные комбинации, потому что я знаю, что они смогут, они станцуют, только осталось выучить. Как-то так. И такой вопрос. Какой самый яркий номер этого вечера был для вас, Александра? Для меня мне очень сложно, потому что для меня действительно каждый номер был ярким, но по отклику, наверное, родителей, по их слезам, наверное, это «Ангел во плоти». Это песня, которую все ждали и ждали, конечно, сегодня премьеру клипа. Я тоже плакала. Конечно, нужно сказать, что детские там группы, коллективы, но для меня очень волнительно и ярко было наше выступление с Александрой. Это наша новая песня, которая готовится к записи, музыка разукрасит, потому что мы продолжаем исполнять наши мечты, и это действительно было волнительно и здорово, что мы можем не только одну песню записать, но и дальше продолжать. Вот. Каждый номер – это какая-то отдельная жизнь, потому что в каждом вкладываешь душу, в каждую композицию, в постановку. Поэтому у каждого свой смысл, и нет какого-то такого одного номера, который любимый, за всех переживаешь. Поэтому все номера, все индивидуальные, и каждый достоин все-таки своего места быть. Ну а с нами была творческая студия «Avdance». Попутного ветра и только вперед! Спасибо! Студия «Avdance» не просто объединяет детей по интересам. Это большая творческая семья, где и родители, и дети могут раскрыть свой потенциал и с удовольствием пообщаться. Репортаж для вас подготовила Марина Базылюк. Привет! Как обычно, о новинках недели. С вами Александра Даниленко, музыкальная школа «Джем». Дора сменила звук, хотя и осталась очаровательная мисс. Шорт Перрис слышит зов озера. Группа «Шоколадный торт» просит «Отнеси меня на мусорку», а базар предается ностальгии. Самые актуальные новинки в нашем обзоре новинок прошедшей недели. Мари Гу сообщила о планах записать фит с Доуз. Певица поделилась новостью о том, что творческая встреча с автором-исполнителем суперхита «Пташка» уже состоялась. Точная дата релиза не сообщается. Дима Билан сообщил о скором выходе совместного с Максим видеоклипа. Ремейк на легендарный суперхит «Знаешь ли ты» получил нежную визуализацию. Исполнитель пообещал, будет тонко, творчески и красиво. Точная дата выхода пока неизвестна. Анна Асти представила обложку и название дебютного альбома. Лонгплей получил название «Феникс» и включил в себя 11 композиций. Премьера состоится уже 24 июня. Хамали и Наваи сообщили о выходе новой музыки. «Любить это так бесполезно. Засыпай, красавица». Два сингла, релиз которых запланирован на это лето. Юлия Савичева анонсировала выход нового сингла. Релиз планируется на конец лета, сразу с видеоклипом. В каком жанре и настроении будет трек, Юлия пока не сообщает. «Триггер» – новинка от Люси Чеботиной. Ничего не понятно, но очень интересно. Это не про песню, а про отношения, которые в ней описаны. Чувства есть, но все равно не складывается. Бывает и такое.
Анна Асти поумнела или просто разлюбила? В новом сингле «По барам». Музыка качает, текст – безжалостное обращение к бывшему, которому не осталось никаких чувств. Слушаем сингл и ждем альбом «Феникс». Он выйдет 24 июня. Эрсак и Обе-две встретились в Турции и записали там совместный трек. Они спели о расставании, но довольно мирном. Ни один из героев не мечтает вернуться, никаких страданий от безответной любви, только легкая грусть. Джизу записал трек «Энергия звезд», хотя на самом деле это «Энергия кино». Песня написана под влиянием творчества Виктора Цоя. Получилось воссоздать атмосферу классического русского рока. Громкие премьеры. Премьера нового сингла Даррен Хейза «Poison Blood». Композиция войдет в предстоящий новый альбом, исполнитель релиз которого состоится в этом году. Премьера нового сингла и видеоклипа PG Roxy «The Loneliest Girl in the World». Композиция является первым синглом с дебютного студийного альбома проекта «Pop-Up Dynamo», релиз которого состоится в сентябре. Бисайдом нового сингла стала еще одна новая песня «Sunflower». Она не будет включена в новый альбом. «I Don't Do Drugs» станет заключительным синглом с альбома «Planet Her» Doja Cat. По словам инсайдеров, трек и музыкальное видео к нему будет представлено в день первой годовщины альбома, 25 июня. На сегодня у меня все новости. С вами была Александра Даниленко, музыкальная школа «Джем». Оставайтесь с нами, впереди много интересного. Здравствуйте, это телеканал Европа плюс ТВ Беларусь. Мы сейчас вам поставим кусочек белорусского исполнителя песни, а вы просто скажете свое мнение. Хорошо. Я потерянная, больше не ищи меня. Я потерянная. Как тебе эта песня? В принципе, качает. Это для современной молодежи это очень круто. Мне кажется, это будет звучать в клубах. Честно отвечать? Честно, у нас честный канал. Но мне не нравится такая музыка. Не мое точно. Я даже не знаю. Я больше по рэпу поэт. А, то есть вы такой не слушаете? Нет. Нормально, хорошо. Ну, я думаю, в принципе, она нормальная, но нужно еще биточек чуть-чуть подтянуть. Ну, в принципе, песня классная. Можно, в принципе, танцевать под нее классно. Мне понравилось. Что вы думаете об этой песне? Клон Лободы. Песня мелодичная, она приятная и не вызывает какого-то там отторжения либо отвращения, но и в то же время нельзя сказать, что какой-то цепляющий мотив. Хороший голос. Звучание современное. Современное звучание, да, поэтому мне нравится. Нормально. Довольно банально. Примитивный мотивчик, не знаю. Не противно, но ничего интересного. Но мне не очень понравилось. То есть вы такой не слушаете? Нет, я слушаю как раз-таки похожую музыку. Иногда бывает, нужно музыку несколько раз послушать, чтобы она зашла, так сказать. Вот только припев услышали, так что, возможно. Да, но бит здесь хороший, мне не нравится, наверное, текст поют слишком простой, примитивный. Может быть, куплет будет поинтереснее. Это все свои. Насколько ты оценишь по 10-бальной шкале? На 9-ку. На 4-ку. Ну, не знаю, хорошо вроде поет, красиво. Ну, баллов 6. Ну, 8. Я думаю, на 7-ку потянет. А я бы оценила на 8 из 10. 10 из 10. Ну, по моим личным предпочтениям, на 3-ку. Ну, пусть это будет 5. Ну, 7.5 пока. Маловато контекста, да. Ну, я думаю, 6. 5-ку поставлю. На 5-ку. 5 пускай будет. Это все свои. Добавишь свой плейлист? Ну да, конечно. Нет. Нет. Ну да, почему бы и нет? Нет, она не особо дотягивает до моего плейлиста. Что же ты слушаешь? Что же в твоем плейлисте? Например, «Бульвар Депо». Это первое. Второе – это «Мияги». Третье – это «Soda Love». И четвертое. Ну, там по мелочи еще. Там четвертое, пятое. А по мелочи это что? Ну, по мелочи там много всяких, да. «Биг Бэйби Тейп» там тоже есть. «Спайсбаб». «Кизара», да. Все ясно. «Кизара». Это все свои. Душу наизнанку вывернула, из океана страха вынырнула, сердце обнажила, тебе отдала, а теперь ты самый мой любимый провал. Лечу, лечу свои сомнения,
душу. Западали ноты, рвалась струна, а теперь ты самый мой любимый провал. Лечу свои откровения, не адвокат твоим преступлениям. Все на листе пишу белым мелом я. Смело. Наша сильная связь сгорела, испепелилась и стлела. Я твоей уже не хочу стать, я одна уже не боюсь спать. Можешь дальше писать мне поэмы, я просто не буду читать. Больше не ищи меня, не ищи меня, я потеряна. Больше не ищи меня, не ищи меня, я потеряна. Смотри двадцатку лучших клипов недели. Голосуй за своего любимого исполнителя, поднимая его выше в нашем чарте. Music Chart Top 20 by. Каждую неделю. Понедельник 20.00, среда 18.00, суббота 20.00. Только на телеканале Европа Плюс ТВ Беларусь. С вами Марина Базылюк. Немного фактов из мировых чартов. Макс Корж возглавил мировой чарт. Новый сингл Макса «Свой дом» уверенно держится на первой строчке мирового чарта «Genius». Ровно 5 лет назад состоялась премьера главного хита Ольги Бузовой «Мало половин». Сингл вошел в топ-50 главных хитов 2017 года. Сингл получил платиновую сертификацию на территории России. Видеоклип на сингл набрал почти 46 миллионов просмотров на YouTube. Сингл вошел в дебютный альбом «Под звуки поцелуев». Диджей Тарантино и диджей Диксонин выпустили официальный ремикс на песню, который также вошел в альбом. Новый альбом «Дор и Мисс» возглавил Apple Music в России. Новоиспеченная пластинка сместила с первого места проект Оджи Буда «Prairie 2», который сейчас расположился на втором месте. Наиболее популярными песнями с альбома стали «Автопилот», «Нет тебя» и «Розовые волосы». По словам «Дор и Мисс», это крайне важный и фундаментальный для нее альбом. Видеоклип на суперхит Робина Тика «Blurred Lines» при участии T.I. и Фаррелла Уильямса преодолел порог 800 миллионов. Это самое просматриваемое видео исполнителя на сервисе. Топ-3 лучших песни Арианы Гранде по версии Cons Queens. Thank You Next на первой строчке, на втором месте расположилась Dangerous Woman, а на третьей позиции Into You. Ровно 12 лет назад Eminem представил видеоклип на хит-сингл Not Afraid. Ролик имеет свыше 1 600 000 просмотров на YouTube. Видео одержало победу на церемонии MTV Video Music Awards в номинации «Лучшее мужское видео» и «Лучшее хип-хоп видео». Легендарный суперхит Ники Минаж Starships преодолел порог 700 миллионов прослушиваний на сервисе Spotify. В арсенале исполнительницы это 5-я песня, достигшая такого результата. Ви из BTS и Jennie из Blackpink – артисты с наибольшим количеством поисковых запросов за первую половину 2022 года в Корее. Артисты и раньше возглавляли рейтинг, однако недавно появившиеся в сети слухи о том, что пара встречается, не только разозлила поклонниц BTS, но и заставила многих поклонников сети следить за ситуацией. Billboard прогнозирует, что следующий альбом Рианы будет продан тиражом более 500 000 копий за первую неделю, хотя дебютные продажи альбома у нее никогда не были высокими. Как сообщает Billboard, новый альбом Гарри Стаса «Harry's House» принес доход в 7 миллионов долларов только за дебютную неделю. Вот, собственно, и пришло время озвучить результаты музыкальных чартов. На этой неделе лидером чарта Billboard Artist 100 стал Гарри Стайлз, 152 недели в чарте. Лидером Billboard Hot 100 на этой неделе стал трек As It Was от Гарри Стайлз. На первой строчке чарта Spotify Top 200 As It Was от Гарри Стайлз. В чарте Apple Music Беларусь лидер По барам от Анна Асти. В чарте Яндекс.Музыка лидирующую строчку занимает трек По барам от Анна Асти. Лидер Шазам у минчан на этой неделе Суета, Рзбек Фасхат.
На сегодня, собственно, и все. Вы смотрели программу «Новости шоу-бизнеса» на телеканале «Европа Плюс ТВ Беларусь». Программу подготовили Маргарита Кочинович, Александр Даниленко, Марина Базылюк, Александр Баранова, Василиса Воробец и Владимир Мухортов. Партнеры программы «Фотостудия», «Фотохаб», «Музыкальная школа Джем», продюсер Андрей Буяльский.